Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас обзорчик на такого вот героя. Это у нас будет Бо. Прокачан он у меня на максималку, в принципе, как и все герои, которые у меня есть, только у меня нет спайка. Чем герой хорош? На 10 силе у него звездная сила дает возможность заметить врагов в кустах, и также эта возможность действует на моих товарищей по команде. Вот у меня уже 285 кубков, сегодня немножко побегал им, поиграл, реально герой очень кайфовый. Давайте начнем отсюда. Ну, тут все очень рандомно, я бегаю в рандоме. В команде, конечно, он очень круто смотрится. Интересная тут карта сегодня, но ему тут не очень, скажем так. Есть намного лучший вариант, я вам их покажу. Очень круто он заходит в командных. Там, где 1 против 10, либо 2 против 10. Чем он там кайфово заходит? Реально в кустах его фиг увидите. Точнее, вы его увидите, но будет уже очень поздно, скажем так. Так, отлично, отлично. Вот посмотрите, где я стою. И сколько я просвечиваю. На какое расстояние. Просто отлично. Давай, молодец, молодец. Вот так вот разобрали. Так, хилимся. Так, его сейчас там захреначит. Че он туда побежал, я не знаю. Ну ладно. Постоим, подождем. Вот так вот, то есть даже в рандоме реально им очень хорошо. Ну, немножко не та карта, то есть герой действительно дальник, дофига у него урона на максималке. Но самое основное вот это здесь. Я сейчас вам покажу все его преимущества, что он может. И опять же, мы идем в рандом, то есть не с моей пачкой. Смотрите, какая дальность. Сколько я могу в траве видеть. То есть фактически они меня не видят. Но я их очень хорошо вижу. Блин, что-то подлагивает. Ну, привет. Вот как-то так. Сейчас меня, конечно, сольют. Поспешил немножко. Ой, мы и проигрываем. Нифига себе. Там моя команда не справляется. Давай, 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 давай. Оп, 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 оп. Вот, ребятушки, вам приветик. Так, отлично. Ну, уже 17-10, уже получше счет. Давай, заходи. Не хотите? Ой, блин, меня видно. Думаю, что за фигня? Привет. Тут сделаем. Кто там попался у нас? Еще один пупсик. Блин, ну вот какого фига вы туда бежите, ну? Вот я же говорю, опять же, трендом. Вот бежит она, какого фига туда бежает? Развалят же всех сейчас из-за этого. Я же говорю, все, блин, зависит от команды. Немножко он пробежал. Блин, 30-35, я офигею.
Так, ну не надо всем ко мне сюда бежать. Я вам чё? Ну, привет. Ну вот как-то так. То есть в этой локации реально он очень-очень-очень хорош. Даже в рандомчике, ну, не знаю, не сливаюсь я им здесь. Конечно, бывают, блин, исключения. Это когда у тебя команда такая, что он просто жесть. Он бежит себе тупо вперед. Он думает, что из-за того, что он побежит, кого-то кильнет. А его 10 раз мы затащим. Вот то, о чем я вам и говорил. Он себе побежал. Сам по себе. Вот еще это побежало. Сейчас в итоге. Приходится вот такими вот мерами, ребятушки, догонять их всех и наказывать. Но ничего не поделаешь. Беги, беги от него, беги. Да, не повезло мне в этот раз с командой, конечно, к сожалению. Тут сейчас меня встретят. Видите, сейчас будет первый слив за сегодня в этой локации. Даже вам видосик засниму. Потому что, блин, команда просто отстой. Давай, давай, беги сюда ко мне. Ну, не хочешь? Ну, вот они правильно, они не спешат. Мои, блин. Кто куда? И вот вам и результаты в итоге. Да. Да подорвитесь вы уже, блин, ёпта. Блин, жесть, короче. Да, вот так вот, ребят. И такое бывает. Ну, это она игра. В одиночных, в принципе, он тоже неплох. ШД, как его вроде так его называют, столкновение. Поехали сюда. Ну, тут нужна совсем другая карта для этого. Он меня разберет. Видите, тут вариантов просто один на один нет. Единственное, издали бегать. Давайте еще разок польем обратно кубки, которые мы заработали. Пачки вдвоем очень-очень неплохо. Заходит на ура. О, мой друг. Я тебя люблю. Не убегай ты от меня. Ну все. Ай-яй-яй, сейчас он меня убьет. Не успел. Ну, как видите, чекать кусты вообще просто за счастье. Он думал, что я его не увижу. Как я этих. А я вижу всех.
Ну куда ты? Да где вас столько понабиралось-то, а? Сидят, блин, по кустах. Пустодрочеры. Так. Вот так вот, ребят. Такой вот герой. Ну, в принципе, он очень-очень интересный. Я, если сравнивать с другими героями, он разнообразный, разноплановый. Пассивка его просто бомбезная. И такие, о, не затащил. Нельзя одному герою затащить всех. Вот посмотрите, что он делает. Он просто красавчик. Тут, видите, опять команда у меня. А, не ждала, не ждала, да? А мы тебя ждали. Ну куда ты, друг? Подожди меня. Давайте, двигайтесь со мной. Блин, показываю вам реально. Где кто стоит? Идем дальше, идем сюда. Блин, спугнул ее, к сожалению. А не спеши ты передо мной идти. Так вот, подружка. А-а-а! Как же так, блин-то, а? Да добейтесь его, блин, ну чё вы стоите-то, а? Стоят непонятно чего. Давай, 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 иди сюда ко мне. Бум, подорвался, красавчик. Ну вот как-то так, то есть даже вне зависимости от команды, в принципе, на нем очень и очень хорошо играть именно в этой локации, потому что ты имеешь возможность видеть. Так, блин, зря нажал я. Своих противников, то есть они не ожидают. Ну все, побежали в разброс. Но этот хоть понимает, что со мной можно бегать. Ну нахрена ты стреляешь? Подберись. Выстрели. Чё ты бежишь? Вперед, попороть батька в пекло, ну. Георгий. Так, там за нами охотятся, да, прям охоту он решил устроить. На. Не спрятался вовремя. Видите, нельзя никогда спешить. Блин,
Блин, да что ж вы так сливаетесь-то, а? Двадцать шесть, 23, плотненько, ребят, плотненько. Блин, сейчас сольется 100%, так и знал. Тридцать три, 32, но им надо бежать к нам. Убегай, 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 убегай от них. Блин, что, посливали что ли? Жесть, блядь. Просто жесть. Чё стоять было, я не понимаю. Называется, блин, команда. Вот так вот, ребят. К чему шел, к тому пришел. Вот такой вот герой. Действительно очень-очень интересно. И пишите в комментах, кого вы хотите еще увидеть. Вариантов очень много. Все прокачаны на максимум. Все, всем удачи, всем пока.